Итак, всем привет, ребята, это уже 12-я часть прохождения модпака City Modern Modpack. Итак, вот, я продолжаю добывать тут железка. Да-да, не удивляйтесь. Хотя, чему тут удивляться? О, зомбари. Не-не-не, только не криперы. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Тут взорвал его. Да-да-да. Фу. Сейчас прочешем всю нижнюю часть каньона, точнее дно каньона. Короче, австралиец на меня напал. На меня напал австралиец. Ой. Ничего себе, как держится тут дом. Да еще. Опять я свалился. Ну блин. Сейчас как это вот так вот. Блин, не удается. Придется включать креатив. Все, включил креатив. Что тут? Вот Land Rover. Ноль. Автору 0 лет. Ладно, шучу, ничего не взорвалось. Блин, теперь у меня 7-й левел. Короче, зря я сдох. А вы такие, все, Бобик сдох. А я такой вам, а вот и нет. А вы такие, а вот и да. А я такой, нет. А, не-не-не, овцу не будем трогать, так как с нее мясо не выпадает. О, пещерка еще одна. Ай. Черт, у меня железная кирка сломалась. Но ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Сейчас вот так вот сделаем. Придется в хату идти. По-старому все делать. Вот.
Все, теперь я крутой. У меня теперь алмазные инструменты. Ну, а тут глина. Линкольн Клей. Линкольн Глина. Но помните, есть главный герой игры Мафия 3. Так вот, его фамилия Клей, а Клей в переводе на русский означает глина. Значит, Линкольн Клей глина. Ну и шутка у меня. Не Клей, Клей. Глина. А! Пошел вон, пошел вон, пошел вон. Так, о, теперь у меня красная пыль есть. Да-да, новички, вот, современные игроки называют эту красную пыль редстоуном, а в стареньких версиях, ну вот, кто не знал из новых игроков, ну то есть из современных игроков, не знал, что в стареньких версиях Redstone называлась красная пыль. Это больше, это логично. Вот курица лапой жарится. Ну все, ложимся спать. А, монстры рядом. И где они? Где они? Ну, я вижу по карте. А где там? Где-то здесь. Хотя, не-не-не-не, наверное, это в пещере, но не хочу копаться. Ну, так что всем пока.